И всем здорово, с вами Марк, и с вами продолжаем выживать на моей сборке, в моем мире здесь, да. Это уже получается какая-то 7-я серия, если я не ошибаюсь. В общем-то, мы в прошлой части обследовали с вами данжик с Better Dungeon мода, или как он, Chocolate Quest называется на самом деле, точно не помню. В этой серии я вообще планировал сходить в ад. Мы уже в прошлой серии построили порталь, что я сказал вообще. Короче, нам такого набора хватит, в принципе, нам больше ничего не нужно. Ой, ладно, короче, погнали. Let's do this. Или что? Я вообще чувствовал, китаец просто. Иди нафиг, муравей. Короче, сейчас залагает, сразу говорю. Будет грузиться Мирада, если мы вообще туда попадем. Жалко, конечно, мы потеряли 52 опыта, 52 уровня, точнее. Которые мы с вами в прошлой серии получили с данжа. Ну, пофиг. Главное, что... Я его могу начитерить. Ну, типа, что мы его не потеряли. Просто это реально как-то нечестно, что ли. Так, что я здесь вижу? Я здесь ничего так-то нового не... А, нет, вижу. Какая-то непонятная руда. Ее, кстати, могу легко вскопать. Ордитовая руда. Окей. Это из натуры вот эти. Из мода натуры, да. Там вроде бы вот эти вот все... деревья новые, да. Я, конечно же, не ошибаюсь. Так, господа и дамы, что хочу сказать. Ну, тут опять вот эти какие-то фигни выпадают эти. А, лава фом, это какой-то новый, вообще не знаю, что это за руда. Что это за блок такой? Так, блин. Так, песок душ у нас есть здесь. Давайте песок душ тоже вскопаем. Все вскопаем, что у нас все было, всегда и везде, что ловка. Короче, не знаю, что я несу. Не обращайте внимания, меня опять понесло, как всегда. Короче, что у нас здесь есть? Ой, что тут есть у нас? Кварц лагает. Это грузится мир. Сейчас мы здесь добываем кварца. Можно из него кварцевые блоки сделать. Можно даже себе что-нибудь там, домик из него сделать. Перестроить. Не знаю, но тут кварца куча, конечно. Такс, вот еще кварц. What the fuck? Куча кварца. Так, давайте побегаем по аду. В принципе, здесь ничего интересного нет. Нам бы желательно этот данж найти. Ну, которым эти скелеты и сушители. Это что? Это грибы, что ли? Mosquito plant. Это какие-то плантации, что ли, или что? Не понял вообще. Так, ну, в аду мы, наверное, сейчас долго здесь ходить не будем. Потому что реально здесь, в принципе-то, и добывать нечего. То есть мы просто здесь побыли, и все. Даже мобов... А, чё мобы-то не... Мне, кстати, легкая, не мирная, а легкая. Почему-то никто не спавнится, вы заметили это? Даже свинозомби нету. Чё происходит? Или можно здесь даже деревню адскую найти из Chocolate Quest'а. Ну, из Better Dungeon, я имею в виду. Короче, тут мы попали в какую-то пещерку. У нас уже... О, стак. Ничего, все, кварца больше не добываем. А вот еще эта руда. Забыл, постоянно как-то там ордитовая. Что из ордитовой вообще можно сделать, руды? Из нее вроде ничего нельзя сделать, наверное, даже переплавить нельзя. Ой, ну, да, скорее всего, и реально нельзя переплавить. О, глоустоун, да-да-да. Так, стоп, там лава? А, нет. А, да, лава. Опять это фигня, лава фом. Я только, опять же, не понимаю, что из нее можно сделать, тоже ничего. Да, из нее тоже ничего нельзя сделать. Жалко, глоустоун добудем. Потому что может нам тоже понадобиться. Голдстоуна у нас еще нету. Так, там у нас озеро лавы. Это типа круто. Да. Стоп, что? Что это было сейчас? А, мне показалось, наверное. Не показалось. 16 уровень уже набили с вами. А, блин, я дурак. Я забыл поставить это. Чекпоинт. Ну, где с вами мы... Это... Наш портал-то. Просто... Меня уже кто-то бьет. А, это паук. Детеныш кого? Огненного паука, огненного китайца, пожалуйста. Да ладно, мы нашли, во-первых, с вами портал, господа. А еще мы с вами нашли. Что, почему я горю? Что за бред? Мы нашли, наконец, портал. Значит, понял, поставить. Назовем его портал. Портал. Чтобы не потеряться, если что, мы вернемся. Ну, вдруг нам сильно будет вернуться. Надо будет вернуться. Так, свинозомби наконец-то есть. Вон там еще какая-то руда. Ой, так, с чем мы с вами имеем? Мы с вами ничего не имеем.
Пейк это синяя руда. Посмотрим, что это. И мне опять залагал немного. Так. Кобальтовая руда. Что-то знакомое. Я уже где-то... Ну, я ее раньше видел уже. В других сезонах вроде наших. Но что... Так. А, летучая мышка. Мне надо ее убить. Я хочу научиться летать. Ну, я же буду летать, если ее убью. Ну, с помощью морфа. Ну, вы поняли, короче. Так, опять спуск. В какую-то пещеру мы-то не пойдем. Короче, я вижу уже какого-то первого... Не первого, точнее, нового монстра. Ну, это босс. Это босс. Какой-то Куюби, короче. Опять мне придется включать геймод 1. Потому что я читер, не забывайте. Но, я знаю, почему нас убивает так жестоко. Потому что у нас нет брони. У нас нет брони. Если бы у нас была броня, он бы нас так бы сильно и не фигачил, на самом деле. Но мы его сейчас сами зафигачим. Посмотрим, что с него выпадет. Какой-то сатана, что ли? Что-то на сатану похоже. Какой-то черт, не знаю. Или на какой-то китайца. Он завис, кстати, почему-то. Сейчас мы завалим его. Ой, геймод 0. Ой, геймод 1, что я несу 5. Так, ну, он не такой уж сложный, во-первых. Хотя в креативе-то, ну... Ну, вообще, из него так ничего не пичило, не выпало. Какая-то фигня, в принципе. Какие-то рационные блоки зачем? А, вон он опять. Чё за бред? А, это босс, кстати, реально. Это босс из Ореспаун, по идее. Давайте его зажмем, но что-то он не бьется опять. Давайте попробуем еще раз его убить. Может, с него опять что-то... Вдруг что-то новое выпьет. Это как мы с этого выбили-то... Как его там называют? Как он? Кракен, его Кракен. Там с него сначала тоже какая-то фигня выпала, а потом норм уже там выпала. Так, ну... Кварцевые блоки только выпали на этот раз, вроде бы раньше не упадали. Гмот один. Так. Так, ну давайте полетаем. Такс. Ага, грипп. Какой-то странный грипп. Блин, у меня лагает, извиняюсь, потому что грузится мир. Какой-то странный грипп довольно-таки. Снова упадает зеленый светогрипп. Че? Какой сок? Неоновый. А, неоновый сок. Кай. Думал, чё не... Так, стоп, не есть. Чё-то опять лагает. Так, какие-то блоки выпадают, это какие-то грибные. Облако серы, что? Давайте соберем. Не знаю, вдруг понадобится. Облако серы, что это вообще такое за облако? Странное какое-то. А, вот эту фигню я знаю. А чё-то мы неё, кстати, не превратили. А, она, наверное, от огня умерла. Иди нафиг. О, кстати, какие-то огненные эти упадают, пламенные нити. Офигеть. Так, надо ее это завалить. Обычно мы в нее все равно вроде не превратились, даже жалко. Потому что я хотел в нее превратить, чтобы летать. Чтобы был бы I believe I can fly. Так, ну опять какое-то новое дерево из натуры, походу. А, вот этого огненного крипера я знаю. Сейчас мы попробуем убить. Да, мы его убили. Мы им стали. Такой прикольный, кстати. Я его тоже знаю, его уже раньше видел. Давайте еще глоустона даже накопаем. В принципе, нам лишний глоустаун не помешает. Ой-ой-ой, опять полагивает. Нам надо поесть. Нам надо поесть. Нам надо поесть. Вкусной еды. Не знаю, что я опять несу, мне опять понесло. Давайте с вами, наверное, можно домой уже возвратимся обратно в наш любимый мир. Обычный. Там, в общем, я еще хочу что сказать. Мы, может, сейчас даже портал в Twilight Forest, может, попробуем даже сходить туда, и, может быть, там найдется какой-нибудь босс первый, который будет рядом с нами. Просто такой может быть. Может быть, да, может, может, может. Может, нам повезет, да, и какой-нибудь босс нам попадется. Но тогда это будет очень круто. На самом деле, сейчас мы быстренько в креативе с вами слетаем в то место, где у нас портал. Вот он у нас, вот здесь вот. И мобы наконец-то начали спамиться. Это хорошо, чуть баги сначала были, наверное, просто мир генерировался, ему было не до мобов. Да, вот так вот. Так, ладно. Извиняюсь. Нос не дышит просто. Ой, ладно. Короче, успеешь, испугался. Так, ну чё, можно даже попробовать. Ах, тебе ладно. Сейчас, подождите. Давайте попробуем расплавить орбитовую руду. А она не плавится.
Как и кобальтовая. А кобальтовая вроде... А, нет, тоже не плавится. Такс. Кварцевый блок. Давайте в кварц переделаем. А, он не переделывается. Какая жалко. Так, это сюда. Это сюда, это сюда, это все сюда. Кроме кварца и вот этого всего. Получается, это лава фом. Я даже не знаю, это руда или нет. Все, у нас сундук даже закончился. То есть сюда все. Ну, а нас сейчас скоро и сундук... А, можно золото сделать. Так, я не помню, кстати, реально, я хотел бы там намекон сделать. Но реально не помню, как он делается. Давайте просто протестим. Я точно реально не помню. Но, по-моему, нам нужна обычная книга и вот эту вот палочку. Давайте проверим вообще, если ее кинуть. Что будет? Нет? Нет? Никак? Просто я что-то помню, может, что-то подобное было. Я бред... Ну, несу какой-то бред сейчас. Но... Ой, блин, я дурак. А, у нас еще, кстати, вторая такая кирка есть. Я забыл. А меча нету, да, жалко. Ой, так, хорошо. Ну, или плохо. Так, короче, у нас здесь куча всего есть уже. Можно вообще в край пойти уже сразу. Чтобы потом не мучиться. А чё, реально, можно в край пойти? У нас нету этих, да. А, давайте найти... У меня появилась идея. В принципе, что мы можем с вами сейчас сделать? Нам понадобится мотыга. Я хочу сделать себе ферму крутую. Вот мы берем все семена сейчас. И берем мотыгу. Вот эту суперскую. Аметистовую, получается. И нам надо еще забор сделать. И воду. Воду нам тоже надо взять. Нам нужно ведро воды и... Ну, вы поняли, короче. А, ведра у нас пустого нету. Сейчас сделаем, значит. Так, далее нам нужен забор. Значит, нам нужно дерево. Так, вот это здесь. И, значит, делаем с вами... А как делаются заборы, я не помню. Палки вроде нужны. Ах, тени. Ладно, без забора пока обойдемся. А, что я хотел? А, давайте ведро сделаем. У нас было ведро лавы, но мне... Ладно, пусть оно там будет, лава-то. Так, ладно, пока без забора обойдемся, да. И пойдем с вами, короче, делать это... Своим ферму. Я не знаю, где именно, но, наверное, где-нибудь гигантскую сделаем. Давайте даже... Давайте... Ой, извиняюсь. Давайте даже поспим, чтобы день сразу настал. А, ну там еще и тыкву можно посадить с арбузами. Давайте даже это и сделаем. В общем, на серии уже 12 минут идет. Так. Деревья можно посадить. Так, вот бутер кэнди. А, это не семена. Цветы нам понадобятся. Потом. Ну, для портала в Twilight Forest. Ой, так, хорошо, хорошо. Чё я хотел? А, я тыкву хотел и арбуз взять. А тыква у нас одна. А, ну, в принципе, ладно, переделаем её. Семена тыквы и арбуз. А где арбуз? А, вот. Переделаем. Семена арбуза. Один арбуз пока посадим. Блин, у меня все зависло. Чё ж так на самом интересном месте-то? Так, лучше давайте вот здесь ферму делать. Потому что у нас здесь уже кусты. Почему-то кусты, кстати, вот эти вот, там ничего не растет с них. Так, давайте, смотрите. А, у нас здесь рядом вода, это очень хорошо. Здесь у нас тростник будет расти в этом озере. Так, нам надо раскопать. А, мне жалко, нет этого. Как она там? Лопата? Лопату. Ладно, без лопаты обойдемся. В принципе, вот так вот мы сейчас раскопаем здесь. И здесь у нас будет разливаться вода. Нам сейчас надо здесь сделать бесконечный источник воды. Пойдем отсюда возьмем. У нас тоже получается бесконечный источник, да? Да. Сейчас мы разольем здесь. И еще раз, по-моему, последний раз, да, нам придется сходить. В принципе, хорошо, что у нас вода рядом. Так, а, нет, еще не все. И вот так. И все. Все. Так, муравей должен уйти сейчас. Я не понял, кстати, в чем прикол этой мотыги. То, что она не ломается, что ли? А, нет, у нас еще не бесконечный источник. Извиняюсь. И вот так. О, все, теперь бесконечный. Теперь уж точно бесконечный. Нам получается вот так вот надо сделать. Так, вот эту траву вообще надо уничтожить. Потому что она здесь не нужна вообще никак. Потом надо моба ферму желательно можно сделать. Так, вот это растение. Мистический светло-серый цветок. Хм, интересно. Интересно. К
Короче, это вот так вот. Пока, пусть такая ферма будет. Пока. Так, арбуз сюда. Сюда пшеницу. Не знаю, тыкву сюда. Так, и все, что ли? Ну и деревья можно здесь где-нибудь рядом посадить. В принципе, что пусть растут. Сейчас надо еще и тростник посадить. Вот эта трава, ну, уничтожить, она мешает, реально. Так, вот здесь у нас будут деревья, короче. А, вот мы еще и семена сейчас выбьем. Будет место, где все будет расти у нас. Так, ну, вот здесь рядом деревья посадим. Сейчас траву надо реально уничтожить, она мешается. Ну и вот здесь можно еще дерево посадить. Если они, конечно, будут эти деревья расти, можно даже еще одно вот. Прямо вот здесь вот. Тоже вот это все надо уничтожить. Так, все нормально. Идем сейчас это сюда и садим. Досаживаем, что у нас здесь осталось. В принципе. Так, ну, пусть вот так вот будет. Пусть все здесь растет. Такая у нас ферма. Я ее огорожу потом, чтобы сюда никто не ходил. Тогда будет все супер. Ой, так, что у нас получается? У нас получается... Стоп, а вот это Butter Candy, ее... А, ее съесть? Ее есть можно. Значит, это ее нельзя посадить, по идее. Угу. Что у нас получается? А, еще тростник. И я положу сейчас сюда все эти ненужные блоки. Ой, блин, опять зависло. Не знаю, какие-то баги происходят. Надо было мотыгу еще положить, потому что нам больше не понадобится, по идее. Муравьи здесь ходят. И вот, да, вот здесь у нас будет ферма тростника. Посадим как можно больше. Так, вот здесь. Оп. Не знаю. Так. А, зависло опять. Ждем, мы пока ответим. А, вот все уже отвисло. Так, вот так. Вот. Короче, вот такая ферма у нас получается. О, дерево выросло, да ладно, какой гигант. Потом срубим, потому что у меня сейчас может залагать. Как вы помните, такое уже бывало. Короче, вот так вот мы делаем. И давайте-ка мы положим сюда. Так, грибы. А, ну грибы мы не сможем с вами посадить. Кстати, неочищенный кремний, это же пиди руда. Так что все, ладно, надо положить, да. Так, а, вот, кусочки мне где-то... Так, хорошо. Так, ну что ж, нам опять... Сейчас мы сделаем портал в... В Эндер... Ой, какой Эндер? В этот, как его называть-то? Twilight Forest. Мы не будем сейчас туда идти. Я опять посвящу... Я, наверное, посвящу ему... опять пару серий там. Серий так 5, наверное. Мы там будем находиться. Но это будет не сейчас. Это, наверное, будет и не в следующей серии. Я не уверен, что мы в следующей серии пойдем туда вообще. Пойдем, наверное, туда попозже. После убийства дракона можно даже пойти. Рядом с Эндер-порталом можно сделать. По идее, как-то вот так он делается, да? И цветы здесь у нас. Ну и залить водой, соответственно, это все. Цветы. Если не хватит, то посадим. У нас их тут куча. Да, не хватило. Так, землю сейчас нам надо выкинуть вообще. Пойдем опять посадим. Это сюда все. И у нас ферма получается почти занята, только вот одно место осталось. Ну, я бы хотел вообще гигантскую себе ферму сделать в этом сезоне. Но у нас здесь реально красиво. Посмотрите, как мы здесь обустроились. И дерево, и все здесь есть. В принципе, ну, норм. Сейчас нам надо сделать бесконечно опять источник воды там. По идее, наверное, 4 на 4 или 3 на 3, не помню. Я видел этого муравья. А, вот же и вода, точно. Тут же есть бесконечные источники. Так, опять все это рушим. Так, вот цветы еще есть. Так, мы все собираем. Ну, блин, у Майнкрафт, ну ты надоел реально виснуть. Надо виснуть. Шиндос заблокирован. Все, попробуем. Да, получилось. Все, Twilight Portal. Портал сделан, так скажем. То есть портал готов. Сходим туда потом. Но, короче, мы хорошо в этой серии потрудились. Хотя в чем мы потрудились там? В ад сходили мы даже. В принципе, так-то мы ничего даже нормального не сделали. О, выросла малина. Нам побольше плантации таких кустов. На самом деле-то. Так, ну, я бы хотел... А, давайте, знаете что? Сейчас давайте приготовимся еще и к тинкер-констракту. Просто сделаем все эти столики. Но нам, наверное, надо сделать... Или знаете, какая идея? Можно сейчас заняться вторым этажом или нижним этажом. То есть
чтобы у нас было где все изучать, иначе вот этот дом скоро, ну, просто его не хватит для изучения вообще. И у нас все углы жалко заняты, ну, вот этот единственный мы можем вот наверх здесь сделать проходик такой. Правда, нам придется здесь уничтожить, получается, вот так вот сделать. Ой, я дурак, я не сюда поставил. Блин, ну Майнкрафт реально надоел лагать. Такс, ну можно здесь лесенку даже сделать. В принципе, если мы вот это еще уберем, вот можно даже попробовать. Давайте попробуем. Ну, ступеньки я имею в виду. Не лесенку. Короче, 4 нам даже, наверное, будет достаточно. Посмотрим, что из этого выйдет. Вообще, наверное, ничего хорошего из этого. Я обожаю Майнкрафт в кавычках. За то, что он так лагает у меня. С модами. А, стоп, а как мы, нам придется еще вот это уничтожать, в принципе, получается. Да, короче, проигрывать или мы куда-нибудь другое место поставим. Найдем место всему. А, еще вот это. О, стоп, что-то я туплю. По-моему, я неправильно, что ли, делаю. Либо правильно, но неправильно, что. Короче, мы правильно все сделали. Но нам будет там, надо кое-что убрать. Стоп, у меня есть топор. Да, есть топор. Вот это все срубим. Это нам надо убрать. Все. Короче, вход на второй этаж готов. Здесь мы поставим с вами варочную стойку. Это сюда. И котел, и проигрыватель сюда. Все, в принципе. Здесь мы, наверное, на втором этаже. Майнкрафт! Короче, на втором этаже будем изучать это. Тинкер-констракт, наверное, с вами изучать. Или вот сюда даже можно. А, так, булыжник у нас, наверное, дофига будет. Я сейчас хотел попробую основу сделать. Так, смотрите, мы, по идее, даже вот так мы сможем. Да, мы сможем заходить. Значит, можно и здесь строить. Так, птицы, уходи отсюда. Так, вот так вот мы, короче, с вами делаем. И здесь будет все офигенно. Такс. И вообще, вот на этой сборке играл с Денчиком, но его сейчас нету, он отсутствует. В принципе, это очень жалко, он уже давно уехал. Ну, правда, ну, не совсем уж давно, но уехал он когда там? В субботу. Ой, в понедельник. Да, в понедельник он уехал. Вот сегодня у нас что, пятница? Да, сегодня пятница, его до сих пор нет. Он довольно-таки надолго на дачу уехал. Я даже намного меньше уезжаю на дачу. Так, ну, стекла, со стеклами мы разберемся, наверное, в следующей серии. В следующей серии что можно поделать? Можно Томкрафтом заняться, попробовать. Или можно даже сразу в... Можно даже в Энд сходить, ну, в край. И все. Ну, потом в Twilight Forest, но потом моды все эти доизучаем, и все, в принципе. Ну, тут, ну, тут Industrial есть. Меня поставил. Я вообще в нем не разбираюсь. Но я хочу попробовать научиться хотя бы что-то там понимать. Попробовать хотя бы что-то сделать, да, из него. Ну, это... А, ну давайте, серия 23 минуты идет. Ну, нормально, в принципе, давайте я сейчас по-быстренькому сделаем все из Tinker Construct, чтобы потом не заморачиваться. Да, можно в следующей серии, да, реально в Энд пойти. Так, нам нужны палки. Палки у нас, по-моему, даже где-то были лишние. Две. Да. Я все запомню. Так, это получается вот так вот. А, нам, знаете, что надо? Нам побольше палок надо сделать, потому что много палок нужно будет. 10, наверное, будет достаточно. Ну, хотя бы как-то вот. 12 этих схем нам будет достаточно. Так, смотрите, далее нам нужно сделать вот так вот. Или наоборот, а наоборот. Так, стол для вырезки схем. Так, совкай. Далее нам не переработанное дерево. Ладно, у нас есть дуб. Замечательно. Уже потемнело. А у нас, кстати, знаете, что я заметил? У нас даже нету этого освещения вообще никакого. Я только сейчас это заметил. Только вон портал там отходит что-то. Так, а факела у нас остались где-нибудь, нет? Если нет, мы сделаем. У меня опять завис Майнкрафт. Сейчас мы сделаем факела тогда. А, стоп, стоп, мы же светильники с вами брали. Ой, блин, палка. Так, светильники мы с вами брали. Дайте их даже поставим. У нас получается там было где-то 4. Да, 4. Так, давайте поставим куда-нибудь. Ну, не знаю даже. Это сложный вопрос. А, я знаю даже как сделать. Вот, вот здесь вот. Поставим. И вот здесь вот так вот. Во, нормально, в принципе, по идее будет. Да. Вот в этом углу еще. Можно. У нас один лишний останется, потому что там у нас лестница. Так, ну ладно, в принципе.
Хотя, может, давайте переставим даже варочную стойку у нас. Пусть вот здесь вот будет. Оп. И варочную стойку мы ставим вот сюда. Во. Все нормально. В принципе, освещение у нас теперь нормальное. Освещение еще в этой серии сделали. Мы с вами прям молодцы, так скажем. Ой, так, изучаем мы, наверное, здесь будем. Если это Tinker Construct. Так, что? На чем там остановились-то с вами? Так, далее сундук нам надо сделать. Сделаем, у нас, по идее, дерева много. Ой, блин. Сундук для схем. Ой, так. Далее верстак нам надо сделать. Верстак. Если чего, дерева не будет не хватать, или что, мол, у нас там гигантское дерево есть. Инженерная станция. А, кстати, ребят. Ой, стоп, все, сразу сюда поставился. Смотрите, что я хотел-то. Можно, смотрите, как сделать. Да-да-да, я забыл. То, что, оп, ложим просто и та-дам, верстак инженера. Такс. А, что же мы смотрим с вами дальше? Дальше у нас есть вот эти фигни, но они делаются довольно дорого. Вот, ну, вот эта фигня, она делается довольно дорого. Тут 4 железных этих. А, давайте... А, хотя ладно, ковальню хотел сделать, но вдруг мы ее там бесплатно можем делать. Так, далее у нас такие фигни делаются. Угу. Глиняный блок здесь какой-то есть. Угу. А нам вторая книга-то дастся, нет? А зачем она, кстати, там дается? Нам еще, наверное, вот это надо сделать. What? Что там пар? Что за пар там отходит такой? Вот это хекс. Пар проверимся. А, вот аж как. Это растет, наверное, пар этот идет. От этих растений. Ну, прикольно сделали. Так, ну чё? Давайте попробуем все-таки. Ой, давайте начитерим ее, так уж и быть. Я хоть и говорю, ничего еще делать, но я буду читерить. Ой, ну, может, выйти. Нет. Так, а, мне надо в креативе это брать геймод. Наверное, только за нее нам дадут следующую книгу. Потому что реально вещь делается довольно дорого. Я не хочу тратить железо, хотя у нас его дофига. Так, где этот столик? А его и нет, что ли? О, новую книгу добавили. Дневник инженера, я не помню такой. Раньше такой не было, у меня опять здесь Майнкрафт. Ага. А где эти столики-то все? Я что-то их не вижу. А, вот они, блин, я дурак. Инженерная кузня. Все, мы даже проверим, что это именно она. Да. А, нам, наверное, книгу-то все равно не выдадут. За нее. Да, даже ее и начитерим. Тогда так уж и быть. А, или знаете, давайте ее даже скрафтим. Начитерим себе 4 железных блока. Давайте даже так сделаем. Может, нам выдадут, я хочу проверить. 1, 2, 3, 4. И что там еще надо? Что-то как-то. Обожженный кирпич. Сейчас мы его найдем. Обожженный кирпич. Вот. Нам сколько их там? 2, да, надо. И сколько? Да блин, да мне не сюда. А, 3 даже. Ладно, пофиг, так возьмем. Так, сейчас смотрите. Давайте из гимод 0 выйдем. О, смотрите. Вот. Рядом сундук даже будет показываться. А, я даже не знал, это прикольно. Как там вот. А, нам надо еще один столик обычно сделать, да, получается там. Вот так он делается, да? Или как там нам сказано было? Он вот так как-то он там делается, да? Что-то я запутал. А, и так, блин, я все спутал. Так, это сюда. Это сюда. А, значит там не стол для. А, инженерная станция, блин. Где лалка? А, кстати, они будут, не будут выпадать, они там останутся. Хорошая вещь, кстати. Даже кузня. Так, нам нужна инженерная станция. Давайте ее даже начитерим опять. Инженерная. Инженерная станция. Возьмем так. Все, 1, 0. И сюда ставим. Инженер кузня. Все равно мне дают новую книгу. Не знаю, а за что я там должен выдать. Но мы все равно не выдаем, значит читерим. А нам... Давайте я все-таки оставлю том 1. По идее, ее, кстати, она делается. Я знаю даже, как она делается. Она ложите просто. Делается следующая книга. Но я хочу ее все-таки сохранить. Так что я начитерю ее себе. А, второй том мы с вами возьмем.
материалы ИВ, Емот 0. А, нет, стоп, Емот 1. Уничтожаем вот эту вот вещь. Уничтожаем вот эту. И уничтожаем вот эту вещь. Все, Емот 0. Мы с вами чистые. Так, давайте посмотрим. Ну, тут все это рассказывает, как все это делается, в принципе. Я это знаю. Может, уже забыл. Так, ну, я вижу, что у меня закончилось это. Стоп, а мы не можем здесь сохранить? Нет, нельзя. А, пустую схему тоже нельзя сохранить, кстати. Хранить, сохранить. Так, ну чё? Чё хочу сказать? Ну чё, можно заканчивать серию. 30 минут опять идет. Большие серии я делаю. Короче, мне опять завис Майнкрафт. Короче, подписывайтесь, ребят, на каналчик. С вами был Марк. Там ставьте еще лайки, кстати, забыл сказать. Короче, надо не забыть к следующей серии. Я посмотрю, если не забуду, как делать с этим намеком. И мы с вами, наверное, в край пойдем. А может быть, в Twilight Forest. Не знаю, короче, всем пока.